А сейчас я предлагаю всем залам произнести еще одну традиционную фразу, а команды нам ответят. Возможно, кто был на Кубке Мэра, помнит, как мы это все придумали. Сейчас я тем, кто не был, сообщу. Итак, вы кричите на счет три: ни пуха, ни пера. Вы знаете, что кричать, да? Я думаю, что все готовы. А, 3-4! Ни пуха, ни пера! Шапку! Вау, ваши аплодисменты! Ну что ж, команда отправляется за кулисы, готовится к своим выступлениям. Давайте их проводим тоже овациями. Что предполагает формат фестиваля? Сегодня команды покажут по одному конкурсу на свободную тему в формате приветствия, визитки. В общем, все, что они хотят показать и рассказать о своей команде и о своей школе. Важно познакомиться с командами сегодня, ведь именно они будут составлять основной костяк официальной юниор-лиги, которая запустится осенью этого года. Ну, классно же, да? Давайте поаплодируем, скоро все будет. И еще круче. Еще круче, круче. Хотя, казалось бы, уже неплохо для начала. Итак, дорогие друзья, как вы знаете, нельзя создать что-то грандиозное, не имея в своих рядах друзей, партнеров. И с гордостью хочу заявить, что официальный партнер сезона юниор-лиги КВН является Поволжский государственный технологический университет. Так, кто с политеха ШУ? Все наши, отлично. Итак, Поволжский государственный технологический университет. Центр инноваций, центр образования, центр науки, центр спорта, творчества и КВН. Дети маминых подруг учатся у нас. Мы не разыгрываем красные гелики, но мы делаем так, чтобы вы смогли заработать на них сами. Волготех, университет с чувством юмора. Ваши аплодисменты.